Жизнь 15-летней китайской девочки Сяо Фэн вряд ли можно было назвать счастливой. Она родилась с редким генетическим заболеванием прогерия, при котором происходит преждевременное старение организма, в том числе кожи и внутренних органов. Страшная болезнь досталась ей по наследству от мамы, также страдающей прогерией. Из-за глубоких морщин, сформировавшихся к 15 годам, девочка была похожа на старушку, ей даже пришлось бросить школу по причине травли со стороны других детей. Все, о чем мечтала Сяо Фэн, стать похожей на своих ровесников и вернуться в школу. Но хотя любящая семья все делала для нее, вернуть дочке юное лицо небогатые родители не могли. К сожалению, прогерия неизлечима, но шанс вернуть молодость лицу все же был. Пластическая операция – вот что могло бы сделать Сяо Фэн счастливой. Но, во-первых, на это нужны очень большие деньги. Во-вторых, с медицинской точки зрения, старение лица вследствие прогерии является более сложным, чем естественное старение. И такая операция требует глубочайших знаний, профессионализма и оснащения клиники. И вот в конце 2019 года о технической и профессиональной возможности провести операцию Сяо Фэн заявила больница пластической хирургии Синлинь в Шэньяне. А благодаря помощи китайского филантропа Го Миньи и других благотворителей из Поднебесной, к которым обратилась семья, нужная сумма порядка 70 тысяч долларов была собрана. Как в сказке, мечте суждено было сбыться почти в канун нового 2020 года. Был составлен очень подробный, тщательный план операции и лечения. Мы провели многочисленные консультации с коллегами. У нас три проекта – лицевая операция, ринопластика, и учитывая состояние девушки, мы сделаем пластику губ. Наша клиника и хирурги имеют огромный опыт в пластической хирургии. Обычно мы ежедневно проводим по 5-10 пластических операций по омоложению и подтяжке лица. 29 декабря хирурги Синлинь успешно провели операцию. Она длилась 6 часов, одновременно транслировалась в прямом эфире по всему миру, как важный предмет академической дискуссии в отрасли. Журналисты увидели, что более 100 медицинских экспертов прибыли в Синлинь. Среди них известные доктора из Китайской академии медицинских наук, пекинских и шанхайских больниц, университетов, журналисты из России, США, Японии, Южной Кореи, Таиланда. Как сказали сами специалисты, 29 декабря состоялась реалити-версия превращения старости во вторую юность. Через 3 недели с девочки сняли повязки. Еще видны синяки, восстановительный период достаточно длительный. И пройдет не один месяц, пока лицо станет идеальным. Лечение будет продолжаться. Тем не менее, успех очевиден. Сяо Фэн счастлива. Родители не сдерживают слез. Мы увидели, что болезнь повлияла и на психологию Сяо Фэн. Но мы верим, что благодаря лечению в Синлинь, восстановлению молодого вида, она сможет избавиться от негативных эмоций и одиночества. В будущем я хочу заниматься в школе и постараюсь стать врачом. Много добрых людей помогает мне, и поэтому я надеюсь, что смогу отблагодарить их за помощь. 29 декабря 2019 года стал днем настоящего медицинского чуда, созданного вместе с клиникой Синлинь.